В понедельник, 6 апреля, состоится прямая линия с начальником Главного управления МВД России по Саратовской области. Вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, граждане смогут задать лично генерал-лейтенанту полиции Николаю Трифонову с 15:00 до 16:30, позвонив по телефону 99 56 50. В работе прямой линии также примут участие руководители служб и подразделения регионального главка, а также начальники территориальных органов МВД России на районном уровне с использованием средств видеоконференц-связи. Прямое общение граждан с руководством регионального полицейского главка – один из вариантов открытого диалога, возможность получить ответы на вопросы компетенции полиции, обозначить проблемы, высказать предложения и пожелания.